Я нашел эффект интересный с магнитом и никак не могу его объяснить и не могу найти информацию в интернете. Сейчас вы увидите. Вот я показываю компас, который работает. Я его сейчас уберу, чтобы не мешал, потому что он будет дергаться постоянно. Вот обычный магнит неодимовый, который закреплен в таком виде, и он показывает то же самое, что показывает и компас. Можно увидеть, листочек я не трогаю, все это видно. Но когда я переворачиваю его в горизонтальную плоскость, я вижу постоянно его направление наверх. Я имею в виду северный полюс. Когда я вращаю, он постоянно останавливается в этом положении. Почему? Я не могу понять. Вот я подношу обычный магнит, и он спокойно вращает его. Вот. Непонятно мне. В этой плоскости. Что интересно, когда я его ориентирую с севера на юг, он не поворачивается, так как компас. Он все же остается снизу наверх. Почему-то непонятно. Странно. Если есть вопросы какие-то, обращайтесь. Желательно, чтобы этот опыт повторил кто-нибудь еще. Желательно в южном полушарии, потому что, по идее, должна быть южный полюс смотреть наверх. Странно, очень странно. Все, спасибо.